Дорогие друзья, уважаемые ветераны, для меня большая честь сегодня встречать вас, встречаться с вами на территории Малонинского автономного округа в городе Соликарде. Я хочу поздравить вас всех с 50-летием открытия первого месторождения газа на территории Малонинского автономного округа. Хочу вам сказать, что мы всегда будем благодарны вам за тот, наверное, титанический труд, который был все эти годы, лучшие годы вашей жизни проведен на территории Ямала в виде открытия месторождения, в виде работы на буровых, бурении, сейсморазведки, геологоразведки. Огромное вам всем спасибо. Мы должны помнить о наших ветеранах. Это и есть вот самое то, чего мы хотим добиться, это патриотическое воспитание молодежи. Мы вам всем благодарны, мы вас очень всех любим и уважаем. Живите как можно дольше. Здоровья вам и благополучия.